Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о бывшем игроке Спартака Максимилиане Кауфейзе, или Кофее, который сейчас выступает за французский клуб Клермон, и выступает очень здорово. Вот, знаете, поразительная история, когда в Спартаке оказываются защитники, которых все критикуют и говорят, что это не уровень такого великого клуба, как Спартак, а потом эти защитники оказываются, ну, во всяком фигне, типа Манчестер Юнайтед как Маркос Роха, либо в Баруси как Штранцель, либо вот теперь пожалуйста Максимилиану Кауфрис оказался в Клермоне который сейчас идет на восьмом месте во французской лиге один, а интерес к тому самому Кауфризу проявляет Лиль. Лиль это команда, которая совсем недавно брала чемпионство, один из, можно сказать, грандов местного футбола. Ну, в общем, паренек после «Спартака» не растерялся. И мы видим, что тот человек, который изначально многими воспринимался как трансферный провал «Спартака», оказывается вполне себе интересным активом для серьезных французских коллективов. В общем, очередная удивительная история Игрока, который оказался не уровнем московского спартака, а потом где-то там раскрылся. Ну, может быть это какое-то проклятие. Особенно часто это, кстати, происходит с центральными защитниками почему-то. Ну, а может быть просто нужно не столько покупать классных игроков, сколько правильно их использовать. Может быть, это даже важнее, чем просто поиск каких-то новых футболистов. И зачастую нужно правильно использовать то, что есть, а не искать каких-то новых исполнителей. Но это так, мысли вслух. Ну а мы пока сосредоточимся на самой ситуации, сможет ли Кауфейс перейти в Лиль, насколько это выгодно Спартаку и далее по списку. Меня часто спрашивают, чем занимаются футбольные блогеры в свободное от работы время. И я вам скажу, ведут телеграм-каналы. Не так давно в телеге появился очень интересный проект под названием «Утка Геймс». Это телега, которую ведут сразу несколько YouTube блогеров которые здесь делятся своими прогнозами на футбол, причем абсолютно бесплатными. Пройдя по ссылочке в описании, вы сможете ознакомиться с последними мыслями ютуб блогеров, что они думают о гайдущих матчах чемпионата России, какие у них мысли касательно ближайших матчей АПЛ или испанской Ла Лиги, так что проходите, знакомьтесь, подписывайтесь. Мои коллеги ютуб блогеры специально вот создали такой телеграм канал для того, чтобы поделиться своими мыслями. Итак сам по себе вот этот слух про возможный переход в лиль он на самом деле неудивителен потому что кауфейс в клермоне очень хорош вот реально очень хорош он достаточно быстро стал основным футболистом в какой-то момент он выпал из состава, выпал из обоимы. Я так понял, там были проблемы с физикой, с травмами. И в итоге, знаете, очень показательная история вышла. Пять матчей Кауфейс отсутствовал. За это время Клермон набрал всего лишь 4 очка. Меньше одного очка за встречу. После этого Кауфейс вернулся. И в восьми турах после его возвращения, где он неизменно выходил в стартовом составе, команда набрала 19 очков. Тут, конечно, следует отметить, что Калермон отлично подошел к кауфейзу. Такая прагматичная, жесткая команда, играющая в трех центральных. А эта схема идеальна для кауфейза, потому что он для позиции центрального в двойке недостаточно стабилен, для позиции правого крайнего в любой схеме недостаточно тонкий и интересно атакующий. А вот здесь играть крайнего центрального в тройке это самое то. И Клермон поэтому отлично реализует его главные качества, боевитость, все остальное, поэтому здесь все идеально сошлось, но тем не менее. Все равно он молодец. Все равно он молодец, пусть и оказался в нужном месте в нужное время, но своим шансом он воспользовался. И теперь им интересуется Лиль, который идет повыше, но при этом может столкнуться с определенными трудностями в плане состава. Некоторыми защитниками Лиля интересуются большие клубы. Там ребята очень любопытные. Там есть 17-летний паренек, который уже сейчас выступает на очень приличном высоком уровне. Есть Фонте, напротив, 39-летний игрок, вот замечательный. Центральные защитники один другому в отцы годится. Очень прикольная история, но тем не менее. Фонте легендарный в прошлом футболе, замечательный португальский защитник, чемпион Европы, все дела, но 39 лет. И он покидает команду, и вот нужна ему замена. И по слухам, Као воспринимает именно как замену для португальской легенды. Так что здесь все, в принципе, достаточно логично, все уместно, и то, что им интересуется, но ну, это не случайно. Адаптированный к Франции игрок, интересный, любопытный, и, скорее всего, платить Спартаку особо много не придется. Потому что все-таки Кауфейс, это, конечно, Толковый парень, он себя показал, но это не суперзвезда, это не то же самое, если бы Лиль, допустим, захотел выкупить, не знаю, Промеса там или кого-то еще из ведущих исполнителей красно-белых. Плюс к этому нужно учитывать вот все эти правила УЕФА касательно того, что футболисты могут приостанавливать контракты со своими клубами. Да, есть важное обновление важное обновление, что если игрок вернулся в Россию, то все, он уже не может приостанавливать. Но я так понимаю, Кауфейс, он же, получается, ушел в аренду, и пока что после этого обновления не вернулся, и получается, что если он останется во Франции, он может и приостановить контракт. То есть здесь... Но я так понял, теоретически это возможно, поэтому Спартак может оказаться поезжать к стенке, если бельгиец будет пытаться провернуть вот эту самую приостановку. И тогда уже Спартаку придется соглашаться на небольшие деньги. Впрочем, я думаю, что сейчас Кауфрис, ну, скажем так, вряд ли подойдет Спартаку. И вряд ли, если он вернется, допустим, в красно-белый клуб, он окажется хорошим усилением. Не потому, что это плохой защитник. Сейчас мы видим, что это очень достойный представитель своей оборонительной профессии. Проблема в том, что под испанский стиль игры Абаскали он вообще не подходит. И под схему Абаскали, который в основном играет в 4 защитник. Касательно того, почему Кауфейс должен играть в 3, я уже высказался. В 3 центральных. Так что здесь, ну, на самом деле история очень прозаичная. Спартаку футболист не нужен. Поэтому, ну, в случае возвращения ему придется платить не самую маленькую зарплату и лучше попытаться сбыть этот актив, пока есть определенные возможности. Плюс к этому это какая-никакая реклама для клуба, для перспективных каких-нибудь ребят молодых, что вот, мол, посмотрите, поезжайте в Спартак, а отсюда можете отправиться в большие европейские чемпионаты. Вот, например, у нас один паренек... в... Лильпе ехал, хотя поезжал ноунеймом, практически. Так что тут Спартак может сделать важный вид, что мы тут звезды открываем, и во всем этом, на самом деле. Спартак может получить определенную выгоду. Ну а для Кауфейза, конечно же, это супер история. Человек, который недавно еще выступал за Сент-Трейден из Бельгии. Абсолютно средненькую команду. Сейчас может оказаться, ну можно сказать, в легендарном коллективе, который, между прочим, последний, кто отнял у ПСЖ чемпионский титул. Так что здесь поразительная карьерная лестница, которая идет вновь через Спартак. Спартак вообще постепенно превратится в кузницу для больших европейских клубов в плане центральных защитников. Потому что Штранс, Ле, Роха, Видичи, теперь вот, пожалуйста, еще и Кауфейс, Жиго и далее по списку. Ну, прям, знаете, какая-то ярмарка талантов. Если сейчас еще и Дуарте смогут подтянуть на уровень какого-нибудь серьезного европейского клуба в Спартаке, ну тогда я просто буду снимать шляпу перед красно-белым коллективом.